Всем привет, друзья! И снова с вами я, Светлана Ата. Я покажу вам. Рыбка. Цены не написаны. Но посмотрите, какая огромная. Рыбный базарчик маленький. А это дом пенсионеров. Когда я выйду на пенсию, я тоже здесь буду сидеть и играть. Бюкю специально такая есть игра турецкая. И попивать чай. Энди Клифф, Энди. А это сата, вся та же. Речка, речка. Напротив аквапарк. Такой наш красивый Мерсин. Маслины, то, что мы кушаем, так любим. Вот они растут в этих садах. Сейчас маленькие такие плоды. Или нет плодов, и ослепла. А, цветочки, пока цветут они. Теплица с виноградом. Море сегодня красивое. Друзья, посмотрите, как близко находятся дома возле моря. Буквально сколько? 100 метров. Богатый район, здесь дорогие очень квартиры. Сейчас такой пост
И люди в это время покупают хлеб пиде. Посмотрите, как переполнено все. Сладости все, потому что сейчас в каждой семье накрывают шикарные такие столы, много еды. И сейчас нас тоже пригласили, и мы идем на застолье. Вот это пиде, который продается, очень горячий, вкусный. На ней заловочки. Она соблюдает пост. Вот такой наш ужин. Суп мясной. Чорба. Пиде. Лахманджун. Запеченные овощи на огне. Кабачки жареные. Макароны с мясом. Тантуни. Сарма. Приятного аппетита, друзья. Друзья мои, вот и закончился ужин. Я так налопалась. Не могла не все попробовать. Все попробовала. Все абсолютно. Еле дышу, но нас ждет еще чай со сладостями, а также фрукты, а также орешки, сушеные фрукты и много-много всего другого. И завтрашнего дня, почему я сегодня так отрываюсь, потому что я завтрашнего дня сажусь на диету на месяц. Моя диета несложная, я с вами поделюсь в следующих моих видео. Обязательно, если вас заинтересует. Так что, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее мое видео. Вы подпишитесь, поставите лайки, напишите комментарии. Может, вас что-то интересует, я отвечу на ваши вопросы. До скорых встреч, и с вами была Светлана Ата. Пока, друзья мои.